же наложила. Но я хочу то и ту. Чё? То и хочу. Чё той? Вот это. Ну на вилку. У нее там в зале, а она хочет моей, да? Давай-ка я тебя как следует посажу. Опа. Что-то камера какая-то мутная. Или этот. Ну ты тогда стой, тебя же сейчас опять не видно будет. В общем, у нас... Макарошки по-флотски. Это мне огуречек. Угу. Привет, привет, наши дорогие. С вами Вика. И кто я? Бабушка Атаса. Бабушка Наташа. Янина. Янина мама. Бабушка еще Атаса, и бабушка еще Атаса. И еще бабушка у нее, Атаса. У нее две бабушки Наташи, да? Ага. Выходи, эй, в гости. Баба. Юля тоже кушает. А у меня ком косачий. Да. Ком косачий. У нее макароны тоже по-флотски. Мы сейчас погуляем. И Вика проголодалась, да? Ну давай есть макарошки-то. Я приготовила себе кетчуп, но не знаю, хочу ли я с ним. Как огуречки-то? Думала, буду одна. Пришла Вика. У нее там тарелка тоже с этими. С макаронами по-флотски. Ешь на мясо. Сейчас кусаю огурец. Я, наверное, съем. Ты огурец потом скушаешь. Ешь макароны. Мукбанг семейный называется. Family мукбанг. Поджарки макароны-то. Не хочешь там макарон? У меня на ногах они почему-то висят. Знаешь почему? Ешь, ешь, сейчас мы сейчас твою туда пойдем. Ну, я тебя кормить. Ну, Вика на качелях покаталась. Нам надо было тарелку, чашку, сковородку сюда ставить, да? Угу. Как раньше, помните, чугунные сковородки были?
Вот с них было можно есть. И вкусно ведь. Скажите, кто так не делал. И собаки с нами погуляли. Сейчас Викуля под душем сполоснула. И у нас еще есть на вечер йогурт, да? На ночь. А каша манная еще будет с утра. Ну, вчера была у другой бабушки Наташи. Сегодня у меня у бабушки Наташи. Сейчас солю ли там всю макарону свет. Она у нас скоро тоже будет блогером, да? Кто? Ты. Я? Да. Я тебя научу снимать-то. Это просто, который крутой? Крутой. Четыре года. И какие слова знает? Как обезьянка-то по-английски? Макака. Угу. Макака? Ну что, пошли твою тарелку есть. Сейчас огурец. Пошли, там у нее уже остыло. А то там сейчас нам Юлька шухеру наведет. Там и огуречек есть. Пошла я ее тоже кормить. Пока-пока, чмоки-чмоки.